Fujifilm XA7 – это камера продвинутого любительского уровня с матрицей APS-C, креплением для объективов формата X и ярким поворотным экраном. Время считывания информации с матрицы существенно уменьшилось. Это повысило быстродействие камеры и снизило эффект роллинг-шаттера. Камера может записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Широкоформатный экран диагональю 3,5 дюйма можно откинуть, наклонить, перевернуть, чтобы удобнее контролировать съемку в любом ракурсе. Камера оборудована горячим башмаком для подключения внешних вспышек и синхронизаторов, а также встроенной вспышкой, которая выдвигается при нажатии на рычаг сбоку. Также по бокам расположены и другие разъемы – микрофонный диаметром 2,5 мм, а с противоположной стороны – микро-HDMI и USB-C, которые используются в том числе для зарядки аккумулятора. Основные органы управления расположены в пределах досягаемости большого или указательного пальца правой руки. Сверху расположено кольцо выбора режимов, кнопка включения, кнопка спуска затвора, кнопка видеозаписи и два кольца управления. На тыльной стороне камеры находятся кнопки меню и небольшой джойстик. Над экраном находятся кнопки управления просмотром фотографий, а также удаления материала и выбора режима кнопки спуск. На практике камера хорошо цепляется за объекты в режиме слежения, а также уверенно распознает лица и глаза. Камера оснащена всевозможными помощниками, облегчающими процесс съемки начинающим фотографам. Среди них, пожалуй, главный SR+. Полностью автоматический режим с функцией распознавания сюжетов, благодаря которой осуществляется корректировка выдержки и диафрагмы. Среди многочисленных сценариев выделим один новый – съемка световых следов. По сути, это множественная экспозиция с наложением света в реальном времени. Помимо записи видео в 4K при 30 кадрах в секунду, камера способна на запись при 120 кадрах в секунду, но при разрешении 1280 на 720 пикселей. Быстрый автофокус и удобный поворотный экран делают камеру весьма удобной для влогинга. Эффекта роллинг-шаттера действительно практически нет. Следящая фокусировка ни на секунду не упускает лицо, но зачастую из-за применяемого объектива не успевает с переводом фокуса. Камеру Fujifilm XA7 без сомнения можно назвать удачным решением для среднего ценового сегмента.